Воспитанникам детских садов Чебоксар предложили перейти на новое летнее меню. Оно уже прошло тестирование в дошкольных учреждениях, в рацион малышей на лето включили дополнительные продукты. Что конкретно изменилось в меню, узнала Оксана Замятина. Вкусно. Свежесваренный суп. Вкусный, свежий. Вкусно. Стены детского сада номер 78 для Надежды Селиной уже родные. Каждое утро она приводит сюда своих малышей. Но в недрах столовой, да еще и в составе брокеражной комиссии, тех, кто следит за качеством питания дошколят, она впервые. После дегустации звучит: оценка блюда отличная и контрольная выдача разрешена. Надежда, как и большинство родителей, чьи дети ходят в дошкольное учреждение Чебоксар, составом меню довольна. И новость о том, что оно изменилось, притом в лучшую сторону, восприняла с радостью. Я только за. Новинки, новшества я приветствую. Если они еще и будут полноценными витаминами. Никогда у меня не было никаких пререканий, претензий. Мои дети полностью довольны питанием, полностью довольны вообще садиком. Весной управление образования столичной администрации провело опрос. Городские чиновники прислушались к пожеланиям мам и пап. И теперь воспитанники чебоксарских садов питаются по новому летнему меню. Увеличился объем соков и появились свежие овощи. В овощах, фруктов очень много витаминов, поэтому нам в садике дают фрукты. У нас преобладали салаты из с термической обработкой овощей. Это у нас был салат из вареной свеклы, был салат из квашеной капусты, из соленых огурцов. Сейчас этого нет. У нас сейчас салат идет из свежей капусты. Есть у нас порционные огурцы, помидоры. В прошлом году у нас помидоры вообще не использовались в меню. В этом году мы их ввели. Но изменения будут не только в летнем меню малышей, поэтому с 1 июля стоимость одного дня в детском саду увеличится на 24 рубля. А рацион питания дошколят станет разнообразным во все сезоны. Серьезно расширится ассортимент продуктов, обещают в управлении образования администрации Чебоксар. Оксана Замятина, Алиса Александрова, Владимир Синдеев. Вести Чебоксары.